Сегодня мы с вами будем делать фронтовое письмо, такое, как отправляли нашим солдатам и солдаты домой. Все очень просто. Для этого нам нужен просто прямоугольный лист бумаги. Первым движением соединяем эту линию с горизонтальной, чтобы получилась вот такая своеобразная фигурка. Теперь этот край нам нужно соединить с этим краем, чтобы у нас получилось что-то похожее на домик с большой крышей и маленьким основанием. Вот это заготовка. Теперь нижний край, чтобы у нас легко спрятался вовнутрь, нужно подогнуть с двух сторон. Так. И вот так. Вот и все, наше письмо почти готово. Осталось всего лишь подогнуть край внутрь треугольника. Вот так отправляли письма наши солдаты своим матерям, женам и отцам. Спасибо.